Друзья, привет! С вами вновь Кимеев один, и сегодня снова «Дикие танки» онлайн. Докатываем мы на Т-26, да, наверное, последний бой. Уже хватит опыта, чтобы открыть БТ-7. Ну и распрощаемся с этим танком. Ну, танк оставил, конечно, такие хорошие впечатления для первого уровня, с неплохим уроном, с достаточно хорошей броней для того же первого уровня. То есть мы будем с ним прощаться без сожаления, но в то же время с благодарностью о том, что на первом уровне на нем было играть комфортно. Надеюсь, у вас такие же были впечатления от этого танка. Если нет, то пишите его плюсы, его минусы. Мне он понравился. На самом деле понравился. Видео, ребят, будет очень коротким. Тут буквально 2-3 минутки. Вот этот вот бой закончится. Купим БТ-7 и на этом закончим. А следующее видео уже будет на БТ-7. Так, потихонечку, помаленечку будем двигаться в сторону новой эры. Именно по этой ветке. Там дальше Т-70, по-моему. Так вот, только надо сводиться четко. Часто я еще пока мажу. Вот сейчас вроде оба, и мимо уйдет еще разочек. Еще не привык немножко здесь к физике в этой игре. И ко многим моментам. Но это, как говорится, только начало. Все еще впереди. В каждой игре приходится... Сейчас я его грохну, нет? Да, я его грохну. Приходится привыкать. Ну, тут мы победим, по-моему. А хотя нет, 2-2. 2-2, я думал, тут уж разгромили почти всех. Еще сами можем залететь, неизвестно как. Близко, как я понял, тут ололо лететь никуда не надо. Чуть-чуть в стороночки. И накидывать, пока там боты друг с другом воюют. Или боты в человеческом обличии. Неважно. О, последний остался. Ну, в общем, ребят, победа. Хороший танк Т-26. Как говорится, спасибо ему. Для первого уровня был приятен. Супер просто. Ну, а мы сейчас будем с вами брать БТ-7. Спасибо еще раз всем тем ребятам, которые откликнулись на мою просьбу. Много информации от вас получил. Именно по танкам, по этой игре. Попытаюсь, конечно, с пользой для себя всю эту информацию переварить. Да, вот победили, там чуть-чуть настрелял. Это неплохо на самом деле. Так, ну что, ребят, все, приобретаем БТ-7, вот он у нас уже. Пишите свои комментарии, еще если какие-то фишки, моменты есть, не забывайте. Подписывайтесь на канал, всегда рад вам, как говорится, ребят. Ну и до скорых встреч на полях сражений. Всем пока-пока.